Нурсултан Назарбаев встретился сегодня с членами Конгресса США Дэйна Рура Бакером и Грегори Миксом. Встреча проходила в живописном месте на территории Национального природного парка Бурабай. Президент объяснил иностранным гостям, что принимает их здесь, потому что в данный момент посещает с рабочим визитом зерносеющие регионы страны. От Казахстанской и Швейцарии конгрессмены остались под впечатлением. Главными же темами встречи представителей законодательного органа США с президентом стали перспективы казахстанско-американского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня. Поскольку мы аграрно-индустриальная страна, сейчас начинается главная аграрная кампания – уборка пшеницы. Традиционно я объезжаю регионы в это время, поэтому я не оказался в столице, потому что я отсюда еще продолжу поездки свои. Я вас приветствую, добро пожаловать в Казахстан. Заканчивается наш визит в Казахстан. За это время проведено множество встреч высокого уровня с представителями промышленности, правительства и президентом. Что должно быть сегодня понятно народу США и народу всего мира? Казахстан сейчас проявляется как значительный игрок, который будет направлять дальнейшее развитие истории. И в будущем Казахстан будет играть большую экономическую роль, потому что страна находится практически в центре вселенной, того мира, который создается сейчас, мира новых технологий и инноваций. США хотели бы быть партнером Казахстана, и именно это послание мы привезем с собой в Палату представителей и будем разрабатывать дальнейший план действий по сотрудничеству наших стран. Президент очень четко рассказал нам о будущем взаимоотношений Казахстана и США, и мы действительно поняли, что Казахстан из-за своего географического положения находится в центре мира и способен соединить все страны вместе. Как это сделать? Президент продемонстрировал нам, просто собрав нас за одним общим столом, и несмотря на то, что я демократ из Нью-Йорка, а мой коллега республиканец из Калифорнии, и у нас часто разные мнения, сегодня оно едино. И также сегодня мы хотели бы сделать совместное заявление по завершении успешной поездки в Казахстан. Мы оба поддерживаем заявку Казахстана на вступление в ВТО, потому что это положительный шаг, который будет способствовать развитию мира, прогресса и экономическому развитию обеих стран.